Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В этом выпуске основное за неделю. В Рио займется промпарками. Игорь Васильев рассказал бизнес-новостям в Кирове о своих главных задачах на посту главы региона. Среди них реализация тех проектов, которые поддержаны федеральным центром, эффективное расходование средств, которые на них выделяются. В качестве примера Васильев привел промпарки. Деньги освоены, какое количество рабочих мест создано, сколько инвестиций привлечено, какие есть перспективы, спрашивает он. По итогам проверок в Рио губернатора пообещал сделать оргвыводы. Программа «Экономика». Имущество Кировхлеба выставят на торги по частям. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Алексей Котлячков. По его словам, интересанты есть, но подробности Котлячков распространяться не стал. Как пишет «Навигатор», активы холдинга находятся в залоге у Россельхозбанка. В кировский арбитраж поступают иски о банкротстве птицефабрик холдинга. Уржумская племптицефабрика должна банку 3,5 миллиарда рублей, Костинская – 2,5, Кирово-Чепецкая – 1,5. Все они находятся в процедуре банкротства. Что касается единственного производителя яйца в холдинге Фаленской птицефабрики, в начале июля она уже была признана несостоятельной. Экономика на 101 FM. На Силворде введена процедура наблюдения. Такое решение по Стрижевскому силикатному заводу вынес арбитражный суд, пишут бизнес-новости. С требованием признать должника банкротом обратился Нижегородский, Угловский и Известковый комбинат. Арбитраж включил более 2,5 миллионов рублей, заявленных комбинатом, в реестр требований кредиторов. Судебное разбирательство по делу назначено на 3 февраля 2017 года. Экономика. К другим новостям. Городадминистрация борется с незаконной торговлей. Чиновники с полицией запланировали ряд рейдов по точкам, где продавать продукты нельзя. Например, на углу Попова и Щерса, на Горького в районе автовокзала, на Комсомольской площади, на углу Карла Маркса и Труда, а также на Ленина 20. По фактам незаконной торговли уже наложено около 100 штрафов. В мэрии напоминают, что мелкорозничная торговля в Кирове осуществляется в соответствии со схемой размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Она утверждена постановлением администрации 31 марта 2014 года. Программа «Экономика». В Кировской области начали дорожать школьные принадлежности. По информации Кировстата, брюки для школьников за месяц выросли в цене на 8%, юбки на 4,5%, спортивные костюмы на 3%. Тетради стоят дороже на 6%. Статистика фиксирует рост цен на ряд продуктов, например, на кофе, орехи и шоколад 4-5%. При этом дешевеют помидоры на 45% к предыдущему месяцу. Огурцы снизились в цене на четверть, свекла и чеснок на 10%. Экономика на 101 FM. Николай Курагин получит награду правительства. Он будет отмечен почетным знаком за заслуги перед Кировской областью. Так власти решили поощрить председателя совета директоров компании «Вятич» за многолетний труд в пищевой индустрии и значительный вклад в социально-экономическое развитие области. Соответствующий указ главы региона размещен на сайте правительства. Николай Курагин работает в компании «Вятич» 20 лет. Экономика. Напоследок несколько цифр. Область получила 8 миллиардов рублей из федерального бюджета за весь период с начала года. На 0,5% ниже инфляции в Кировской области, чем в среднем по стране. Более 2 миллиардов рублей задолжали кировские предприятия по страховым взносам. И о валютах. Доллар вырос на 14 копеек и стоит 64,95. Евро прибавил 23 копейки до 72,46. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.